Итак, в эфире новости. Доброе, так сказать, добрый вечерок. Москва, Россия, город Реутов. Сегодня случилась одна трагедия. Как все знают, в мире наступил зомби-апокалипсис. Бешеные мутанты, зомби, вирус С и так далее. Сегодня пострадала от лап зомби знаменитая коробка по имени Люси. Люси сейчас находится в больнице со стабильным состоянием здоровья. Врачи сделали все, что могли, обмотали ее всю бинтом, скотчем. Остается только ждать и надеяться. Поддержите лайками это видео, если хотите, чтобы коробка Люси была жива. Вы принесете огромную помощь Люси, которая находится сейчас в стабильном состоянии. Очень печально, что так вышло, потому что кругом все-таки апокалипсис, и все прекрасно мы понимаем, то, что нужно выживать всеми силами, и чтобы не угодить этим лапам зомби. Вместе с коробкой Люси была коробка по имени Элеонора. Элеонора немного ранена, но все же жива. С ней все хорошо, медикаменты все помогли, рану продезинфицировали. Вопрос, превратится ли она в зомби. Сейчас мы этого очень опасаемся, поэтому Элеонора находится в специальном отсеке, одна одинешенька. Очень жалкие новости сегодня вообще случились. На этом все. С вами были новости. С новым годом!